В 1987 году, еще довольно молодым человеком, я приехал в столицу и поступил в аспирантуру МГУ, лучший университет страны. Это время в моей памяти окрашено исключительно в солнечные тона и до сих пор освещает мою жизнь. Когда начались наши занятия, я с удивлением узнал, что один из аспирантов добровольно покинул аспирантуру. Понять мне этот его поступок было невозможно. И вот через какое-то время он появился у нас в общежитии, пришел проведать своих товарищей и заглянул ко мне. «Понимаешь», — ответил он на мой вопрос, — «я поступил послушником в семинарию. Хочу стать священником. Это самое главное в моей жизни». Между нами завязались дружеские отношения. Примерно раз в полгода он приезжал ко мне в гости. Вместе мы отмечали тысячелетие крещения Руси. В праздничные дни я побывал у него в гостях в Троице Сергиевой Лавре. На видном месте в моей комнате в общежитии стояли памятные церковные сувениры, выпущенные по случаю этой важной даты становления русского христианства. Многим моим сокурсникам мое поведение казалось странным. Было и такое, что грозили неприятностями. Так прошло 2 с хвостиком года. В это время набрала свой ход перестройка. Многое в нашей жизни стало меняться. Патриархия переехала в Москву, церковь перестали запрещать. После разного рода гонений верующих оставили в покое. Люди потянулись в православные храмы. В нашу последнюю встречу я заметил своему другу, что хорошо, когда растет число людей, приходящих в лоно церкви. «Не все так просто, как кажется», — ответил он. «Совсем недавно нас было мало, но мы были крепки своей верой. Да, сегодня многие обратились к православию, вчерашние коммунисты, комсомольцы, политруки. Те, кто до последнего времени боролся с нами извне. Теперь они внутри нашей церкви. И именно эти люди уничтожат христианство в нашей стране». 16 февраля 2024. Рассказ «Два очерка». Автор Юрий Николаевич Егоров. Здесь один очерк, второй по ссылке на источник. И напоследок очень современный афоризм. Он не знал, что ему выгоднее, верить или не верить в Бога. Автор афоризма неизвестен. На этом все. Всего хорошего. Юрий Шатохин, канал «Веб-рассказ», Новосибирск. До свидания.